А цель у вас какая будет ваша? И в чем? В чем? Он же не знает, что будет. А если знает, то тем более. Это социальное поведение, что он выйдет. Он должен был падать, орать, просить прощения, пока прогибаться. Вы Фрейду такое сказали вокруг него, Мутя, по поводу Фрейда? Или по поводу кого-то здравого? По поводу здравого, мы говорим, что он нездравый, будучи нездравым. Такое поведение, знаешь, которое он делает, что как у здравого, знаешь, это ненормально. Пошли вы нахуй, шатки!